Итак, у нас М5 F90. F10. Понял. М5, F10, F90. Фил, рассказывай, сколько тут PCI, какие чарджпайпы, инлеты, аутлеты. Все стоковое полностью. S63, дорест, стоят только спорткадры. Вот, все. Сколько едет у нас 100-200 по драге? 7,8 100-200 едет, стабильно. Ну, наверное, если с небольшой горочки по морозику, может 7,6. Ну, это стандартное время. У нас там есть пару корчей, будем сегодня ее раскатывать. Да, что поделать. Раскатайте, когда прошьем. Ждите, скоро будет прошито. Как владелец разбогатеет. Пару, как там, темок на сделает, и все будет четко. Все понял. Против М5 сегодня выступает итальянский жеребец Fiat Coupe. Макс, в двух словах, что здесь? Сток. Сток, нас спасли только ваг-катушки. Ваг-катушки. И все, китайский нулевик. Ваг-катушки, в общем, здесь 460 сил намерили на стенде, 3071 турбина. И все, 500-е форсунки, топливный насос 340. Какое время 100-200 по драге? По драге... С Роланча 7.4, без Роланча 7.7. Мы как будем с М5 ехать? С Роланча, конечно, все бабки. Понял. Ты машины трогайся, Макс. И в левую полосу вставай. Сток. Раз, два, три. Ровно идем, плотненько. Макс, врываем победу. Давай, Таталова. Макс, пятая передача. Ну, ребята не настроены. Почему? Тебе надо и так 240 летели. 240? Почти. Я думал, к 300 обошли бы его. Второй боец, это у нас M-Power, BMW E36. Дима, два слова. Пушка. Дима, всем говоришь, что здесь 600 сил, но на стенде он никогда не был. Да. А что изменилось? А, с прошлого раза у нас изменилась проводка, покрасивее стала. Правда, там ты ничего не убрал. Да. И, в принципе, больше все. Маслопомойка пустая. Все маслопомойка больше. Пустая, это тебя радует больше всего? Дима? Это отлично, это значит поршни целые. Дима, есть план победы какой-нибудь? Ясен. Выедем сейчас. Раз, два, три. 200,
трак BMW 36 M50, Seat Ibiza 1.9 дизель 380 сил. Ехал. Я видел, что ты 8, потом бам. Да нормально проехал. Стартанулся? 8.03. Да. 8.0 я проехал. Но переключение 100 ровно. Вот 100 и третья пошла. Четвертая. У тебя видно, как на переключении кто-то раз чуть отвалился, потом опять вторая турбина. Вторая очень плохая. Да. Мне вторую. Третья, четвертая без пускания газа. Так вот, тогда. А со второй на третью получается вот это вот. И у меня было, я вместо третьей пару раз первую включал. Такая опаска. А меньше 100 третья не надутая. Вот мы ехали, я пробовал... Газ нажимаю. А я видел, что ты подправил, да? Да, вообще ничего. Она не дуется. Сотки, которые можно гасить. М50 Turbo Power против Golf 4. Самый быстрый в Беларуси на Бустофе. Бустоф, наверное, у него сил 600. Посмотрим, что с этого получится. Выставились. Скорость 100. Начал жрать себя хорошо потом. Мой стадикан не справляется с такими перегрузками. Вот, вот это тормоза в М50 Power, колотится все. Сейчас будем, Дима, выслушивать оправдания проигравших. Не, ну Гольф быстрее однозначно, но я хорошо держался. Да он просто провалился, Дима. Кто, Гольф? Ну. Ну какая разница, он не быстро обгонял. Если бы ты видел, когда мы с Жозетом катались, я на баре, и 3.6 и 1.Жозет, она, да, быстрее от меня уезжала. 1.Жозет от тебя объезжал? Да. Ну у него полтора бара не дули. А я ж когда мы снимали этот неверстоп, у меня тогда один бар был надув, мы с ним выехали, вот 1.1.1. Максимально безопасный. Да, и он тогда вот ехал от меня сильно. Нормально катнулись. А? Вот заезды, блин. Ты вообще на первый сигнал поехал. А я знаю, что хотел сделать. Я думал, не так получится. Мы ехали где-то 80, у меня на третьей буста нет. Я думал, нажму на первый, и мы типа примерно вместе поедем. Ну это лажа, конечно. А третий, ну второй раз. Да, второй раз хорошо поехали. А вы провалились? Ты провалился на старте. На первый раз. Первый раз. Ой, так ты на первый поехал. Второй раз пока раздулись. Сейчас подтянули там будет. А потом в космос улетели, правильно? Нет. Дима там, я Дима отпустил. Это немного. И Гриша выиграл. Там рядом ехали. Это немного, я же говорю. Opel Calibra 440 сил, BMW M5 F90.